не удержался, чтобы не снять пейзажик озера. Я сейчас на озере, вон там вдалеке город, жилые массивы, промышленные районы. На озере немерено рыбаков, кучкуются там разными группками. Сейчас температура около нуля, но были морозы, лед больше 10 сантиметров. Люди вон там есть проталины, конечно, но люди смело выходят на лед. Вон сосновый бор с другой стороны озера. Я сейчас на песчаном карьере, на горе песка, который намывают. Так, выбрался с квартиры прогуляться на выходной, побродить. Заодно хочу снять обещанный обзор жгута. Итак, всем привет. Сегодня хочу снять обзор жгута. Где я его брал и отзывы о продавце, можно увидеть на ссылке под видео о распаковке жгута. Вот, это жгут произведен в Китае, китайская копия оригинального жгута CAT, Combat Application Tourniquet, жгут боевого применения, так называемый, ну, как бы переводится. Это копия жгута, который применяется во многих армиях различных стран. Чем он хорош? Тем, что как бы можно затянуть его самому. Если у вас там одна рука там повреждена, то можно остановить кровотечение одной рукой. Итак, еще раз повторюсь, это жгут китайская копия жгута CAT, который входит в состав IFEC Individual First Aid Kit, извините за мой французский, то бишь английский, что не практикуется, то тогда, то отмирает, я имею в виду произношение. И это индивидуальная аптечка первой помощи армейская, вот. Жгут представляет собой полоска ткани длиной около метра. Вот, около метра. С одной стороны здесь полоска ткани синтетическая лента, вот она. С другой стороны липучка. Так липучка выглядит. Я так понял, в чем интерес этой липучки. Я так понял, здесь два в одном. Здесь папа, мама, два в одном. То есть получается как? Липучка цельная. Нету отдельно мамы, отдельно папы. И она сама себя цепляет. Она себя сама цепляет. То есть открывается она очень легко, без усилий. Но зато на стягивание, вот, в сторону, как в принципе жгут должен работать, очень тяжело. Невозможно ее раскрыть. Ткань и эта липучка сшиты по краям. Вот, по краям. Заканчивается вот таким язычком, где они спаяны. Точечная пайка. Также на жгуте имеется пластиковая пластина. С одной стороны она имеет зацепы для фиксации, на которой с помощью липучки можно прикрепить полоску, белую полоску с надписью «Время», где вы указываете время наложения жгута. С другой стороны этой пластиковой пластины на ткани методом спайки двущелевое пластиковое кольцо. Вот оно. И внутри, между липучкой и этой тканью проходит вот такая полоска, на которую одет вот этот стержень для утяжки жгута. Какой принцип работы жгута? Вот вы скручиваете утяжку, то есть получается тянете, и эта полоска идет свободно внутри между липучкой и этой частью ткани, и здесь она фиксируется вот вместе с пайки. И получается, когда вы тянете, вот жгут начинает утягиваться. И получается, останавливая вам кровотечение. То есть вся нагрузка идет вот на вот эту шлейку. Вот она. Она двойная, из двух частей. Вот, и стержень для утяжки.
как работает жгут? Ну, например, сейчас, секунду. Обвернули поврежденную конечность, продели двущелевую шлейку, соединили липучку и методом кручения втягиваете жгут до остановки кровотечения. Фиксируете его и закрываете. Здесь, на этой липучке, мне интересно, как оно пишет. Как на этой ткани, как можно написать, возможно ли написать. Также можно, если двущелевую пряжку, то можно просто вот так натянуть, так, и закрыть. Как оно пишет? То есть нам же надо указать время на жгуте. Вот у меня есть ручка, карандаш и маркер. В принципе, маркер пишет. Вот, очень легко. Но не всегда у вас маркер под рукой есть. Ручка. Ручка на ней, вот в данном случае, напишет, но плоховато она пишет. Если видно, ну, надо постараться многократно провести. Карандаш попробуем. Карандаш, твердость не знаю, заклеена. Ну, сейчас попробуем карандашом. В принципе, и карандаш видим. Многократно навести время. Также можно попробовать выцарапать булавкой. Булавкой или кончиком ножа. Булавкой не видно, ну то есть как бы смысл какой, выцарапать и потом замазать грязью. То есть, ну тут у меня песок под рукой, в принципе, не выцарапать не нельзя, то есть только надо писать. Как жгут по качеству? В принципе, здесь все прошито. Это довольно-таки хорошо. Это сама пластиковая платформа. Нагрузки не несет. Несет нагрузку вот эта лента. И вот это двущелевое кольцо, которое, в принципе, дебелое. Липучка довольно-таки качественная. Как правильно накладывать жгут? И в какие места, как правильно накладывать жгут, в какие места, то я бы советовал бы записаться на курсы первой помощи, медицинской первой помощи. Это самый такой, ну, надежный способ. Ну, минимум спросить у медика. Или там, ну, еще хуже вариант, но тем не менее возможен, там, посмотреть какие-нибудь обучающие видео. Вот так совпало просто, ну, чисто случайно, что покупка жгута и я записался на курсы первой помощи чисто для ради своего интереса. Вот, может быть, не дай боже, пригодится когда-нибудь. Вот, сейчас хожу на курсы оказания первой медицинской помощи, оказывают, проводят курсы инструктора, Красный Крест проводит. Вот. Я могу, если интересно, показать в других видео, если будет интересно. И если вдруг, ну и хочу, я с инструктором разговаривал, этот жгут принести, попробовать на манекене. Этот, если что-нибудь с этим жгутом случится, или как он работал, хорошо или плохо, если будет интересно, я сниму это покажу в другом видео. Вот, в принципе, все. Большое спасибо за внимание. Всем пока.